все, пойдем, пойдем. Светильник интересный, да. К нему относится? Конечно, я думаю, к нему. Ай-яй-яй. Видишь, огни все холодные. Да. Мы здесь покупали 2 года назад. Это все дороже стоит. 360, да, гирлянда, нить. Она синим цветом. А теплым нет? А теплым нету. Теплым нету. Наталья. Тебя, мы пойдем по вчерашней автошмуранке. На деревне. Алло. Привет. Видишь, диатриум такая, 77 вот тысяч. Я не видела бабочек этих. А, бабочки. Кстати, интересно. Все они высокие, как это потрясающая вещь. 36 тысяч всего стоит. Какая прелесть. Это для атриумов. Там светодиоды стоят, они просто света, свет так отражается. Иди посмотри. Вот провод намотан. Mm-hmm. Вот посмотри, сколько стоит. Mm-hmm. Да. Продается, наверное, без ламп еще к тому же. Thank you.
Посмотри, вот эти вот. Вот эти бионеры, mm-hmm. это в прихожей, вот это крепится на всю длину прихожей. И вот поворачиваешь любой сценарий освещения на вот эти хорошие обои. Mm-hmm. Вот это просто да, вставка да. светится, она двигается. Она на магните, видишь? Okay, вот туда-сюда да. едет. Да, и это тоже, вероятно, двигается. И видишь, okay. здесь можно и такие, и сякие. Вот, вот она вот так. Но она стоит, видишь, 1900, а вот эта большая... Я не знаю, сколько. А 2000. А вот, нет, нет. 2500. Вот черного цвета на потолок. Вот именно в прихожей. И на обои вот на эти. Что у тебя изжога, что ли? Изжога. Где вообще хотят заводить из комнатки? Печет прям все. Что во всех карманах, а здесь нет. Надо пойти тогда. Сто 14 000. Ярными. Посмотри, какие цвета люстры все. Посмотри. Вот. Мы таких и не видели. И киевский диван, помнишь, 9 000 он раньше стоил. $150. Да. 9 000, сейчас даже это смешно. А вот в замковом стиле. Люстры. 51 000. Ладно, пойдем в этот а желтых нету, они дешевле, чем мы по 400 брали, здесь 368. Ну, светофоры дешевле, чем здесь. Ну, они все вот тоже, вот, пожалуйста, люстры по 15 000. Вот. Да. Имитация ковки. 15 000. Бревна дороже стоят, чем ветки. Ну, это вообще. Финиш. О, смотри, а это смотри какая, со светильниками по бокам. Вот и выстави потом. Сколько стоит-то? Была 400, сейчас 177. Ну, 177 для такой это и недорого, если люди дом в таком стиле да. имеют. А какая же, держать ее в руках, что ли? Что тебе? Ну такая дом-то деревянный же, что крепить-то? Как будто она в воздухе висеть будет. Букетик сколько этот стоит, вот маки? Ну, я думаю, продают 2 с копьем. А, 2 700. Да. Мне так вот нравится. Видишь, обои тоже, смотри, какие серенькие, казалось бы, да? Да.
Такие, ну, как будто это не притязание, как будто цемент наляпан, да? Да. А вот видишь, как в интерьере смотрится, с золотом, с зеленью. Ну вот, поэтому не надо бояться темных-то обоев. Здесь света очень... Света должно быть много. Слушай, а те бабочки сфотографируют? Конечно. А что же я по-твоему? А потом видео вышлешь кому-нибудь. Я так не хотела. Не, ну она интересная, да. Ну и прелесть, я не люблю. Потом он это сам был каким-то. Да, часы интересные. Смотри. 8000, да. Да. Интересно такое. Очень. Остается. Это уже золотые, видишь, ну, да. Вот эта вот ветка твоя золотая, она хорошо смотрелась. Да. Да. Вон, посмотри тоже, как сделано, то обрати, у нее тоже покрашено. Видишь? Тоже вот то, точно так же, вот да, ветка, да, да, да. И, пожалуйста, даже засохшие. Да. Пошли в аптеку. Листья. Ну, высушенные и покрашенные точно так же. Здрасте. Вот уличная подсветка, вот посмотри. 14 лень. Ну, вот это вот бухтопарки, вот там вот таких много. Да. Вот лампа очень такая популярная, дизайнерская, вот эта вот. Вот это? Да, да, да. Она в спальне на пол ставится, допустим. Mm-hmm. Интересно тоже. Просто это высота большая, это под атриум. Это в атриуме. Вот когда мы были, вот где Мурат работал, атриум, ну, да. Вот там такие надо вещи вешать. Но там вагонкой все забито, я не знаю, как оно будет смотреться в этом атриуме. Видишь, гипрок тоже, ну толстыми, да. Вот смотри, интересно. Майтони. Смотри, вдавленность какая. Посмотри. Да. Это вот дизайнерские лампы Майтони. Не включено. Ну, суть та же, да. Это такие интерьерная подсветка. Ну, пойдем тогда в этот самый, в Гранд Каньон, в аптеку. Да. Ну, вот интересное тоже. Это вот все в стиле вот такого вот, арт-нуво. Вот таком вот. Даже то ли как не арт-нуво, как там называется еще. Ну, вот. Ну такой богатый выбор. Это вот это смотри, даже. Да, да. Вот это, да. Чё? А вот на столе, смотри, какое интересное. Веселенькое. Да. Приятный такой. Сколько? 78. Это значит настоящее, фирменное. Три тысячи. Да. Видишь? Металл? Нет, дерево здесь. Это дерево? А, и нет. Все, видишь, вот из фанерки выпилено. Ой, да вы поняли. Ты посмотри, как здорово, да? Он, наверное, тоже, они, это, 44, 34. Да. Вот так бы если поставили на зону. Ну, такое исключение, да. Но такой немножко. И он же цвет еще меняет. Ты иди, заготовись.